Всем привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами приготовим салат-закуску из баклажан на зиму. Просто, быстро и очень вкусно. Сегодня с вами Елена на канале «Найди свой рецепт». И мы вместе с вами сегодня будем готовить закуску, заготовку на зиму или просто салат, который можно, если вы его не будете стерилизовать, просто кушать. Это рецепт достаточно простой. Вот только-только пошли баклажаны, не успели мы их еще накушаться. А в принципе можно их и покушать, и сделать из них заготовку. Вот такой у нас сегодня рецепт. Для него нам понадобится 1,5 килограмма синеньких, 0,5 килограмма томатов, желательно, чтобы они были спелые, вот такие мягкие, и желательно, чтобы с них легко-легко снималась шкурка. Если она снимается сложно, тогда лучше их обдать кипяточком и шкурку эту убрать. 1,5 килограмма, 0,5 килограмма и 250 граммов лука. Вот такая простая пропорция. Также нам понадобится для обжарки баклажанов растительное масло, соль и черный перец. Закуска готовится просто, и она, я вам обещаю, очень-очень вкусная. Мы приступаем к рецепту. Нам нужно вымыть хорошо баклажаны, убрать у них вот такие плодоножки, которые нам, конечно же, не пригодятся. И нарезать их 2,5 сантиметра в толщину. Вот таким способом. Желательно брать баклажаны не переспевшие, а молоденькие. Такие, чтобы они не слишком были горькие. Вот таким способом я нарезаю все баклажаны. Баклажаны мы с вами нарезали. Я выкладываю их в большую кастрюлю. Заливаю холодной водой. Сначала мы посыпем солью, чтобы удалить из них горечь. И нужно залить холодной водичкой. Баклажаны молодые, поэтому долго слишком я их держать в воде не буду. Примерно это займет час. Если же у вас баклажаны не такие молодые, как у нас, то желательно их, конечно, от горечи избавить. В таком виде мы оставляем баклажаны на час. Очень частый вопрос при засолках. Как отмерить 250 граммов лука? Как отмерить 500 граммов томатов? Конечно же, я не отмеряю точно. Не отрезаю, примерно подбираю по весу. Вот, например, у нас томатов здесь чуть больше 0,5 килограмма, наверное, 580 грамм. Как бы шкурку снимем, то все, и примерно это нормально. Не надо там какие-то вот выводить миллиметры, миллиграммы, ничего страшного нет. Все получится, и все будет очень-очень хорошо. Мы же с вами нарезаем репчатый лук. Его нарезаем для обжарки, как обычно, слишком мелко не нужно, по салатному. Лучок, как обычно, глазки кушает. Ничего нет страшного, мы с вами продолжаем. Баклажаны — это что-то с чем-то. Их любят мужчины, женщины. Они такие, прекрасная добавка на праздничный стол. Просто перекусить. Отварил картошечку, открыл баночку с баклажанчиками. Объедение. В лук я наливаю растительного масла. Примерно это будет немного, грамм 30, может быть чуть больше, чуть меньше. И ставлю лук обжаривать на плиту, просто пассеровать его. Мы же тем временем с вами, как бы хозяйки экономные, экономим время. Время нам дорого. Снимаем с наших томатов шкурку. В салатиках она всегда смотрится не очень. Если сложно снять шкурку, то можно ее залить кипятком. Я постараюсь так снять. Ну, сейчас не знаю, получится, не получится, потому что помидоры у нас очень спелые, получится. Шкурка толстая, но она очень легко снимается. Я ее сниму так. В салате шкурка жесткая, поэтому убирать ее, пожалуйста. Так, один томат мы с вами почистили. Я, пожалуй, его сразу же нарежу. Нарезать буду точно так же для обжарки, не крупно и не мелко, а средними кусочками. Томатики спелые, но если вот такая вот жесткая часть попадется, то, конечно же, ее обязательно нужно удалить. Вот так вот я порезала томат.
И сейчас, как только наш лучок припустится, мы туда будем опускать помидоры. Я продолжаю дальше готовить для обжарки томаты. Лучок у нас обжарился до прозрачности. Обратите внимание, что не так много масла. Это очень важно, чтобы салат наш не был жирным. Я выкладываю томаты. И нам сейчас нужно всю нашу вот эту овощную заправку как следует потушить. Потушить, приготовить. И в нее я добавляю 1 столовую ложечку соли для засолки. Это примерно, не примерно, это 30 граммов поваренной соли специальной для засолки. Больше мы соль добавлять не будем, потому что очень частые вопросы, когда добавляли уксус, когда добавляли соль. В наш рецепт мы больше соль добавлять не будем. Это вся соль, которая идет на весь наш салат или баклажановую закуску. Я сейчас тушу так, чтобы наши помидорки хорошенечко протушились, размякли. Примерно, чтобы вот у нас здесь такая кашица образовалась. Ну, минут, наверное, это займет 10 максимум, я думаю. Заправка наша готова. Она такую кашицу превратилась. Мы сейчас сразу же переходим к баклажанам. Баклажаны я немного присыпаю красным перцем. Делаю это по вкусу. Вы, если любите, то, пожалуйста, тоже добавляйте. Я добавила чайную ложку красного перца. Так, черный перец перепутал. Сейчас возьму другой. Обязательно добавляем черный перец. Он играет самую важную вкусовую добавку в нашей закуске. Добавляю тоже по вкусу, но это примерно чайная ложка, немало. Немного я их перемешаю, так чтобы равномерно все специи у нас здесь были. Как следует перемешиваем. Такая емкость большая, удобно в ней мешать. Так что возьмите на заметку, чтобы емкость у вас была большая, чтобы удобно было перемешивать. Чуть-чуть, совсем немного я налила в сковородку растительного масла, потому что баклажаны, они любят растительное масло, я не знаю почему так. Они его моментально впитывают. Нам же нужно будет обжарить с вами баклажаны. Я их обваливаю в муке. Обжариваем их до готовности, поэтому как только они будут хорошо протыкаться вилочкой, значит, баклажанчики наши готовы. Обжариваем не на самой высокой температуре, вот у нас 4 деления, мы обжариваем на троечке, чтобы они у нас ни в коем случае не горели. Я уложила, постаралась плотно-плотно баклажаны. Как бы порция у нас не маленькая, и желательно их обжаривать на большой сковородке, чтобы сэкономить время. Баклажаны мы перевернули. Вот они у нас очень хорошо обжарились. Проверяем, как они у нас готовы или нет. Если вилочка легко уходит, вот безо всяких усилий, значит, баклажаны готовы. Обжарка великолепная. Я выкладываю их в отдельную кастрюльку. Вот так вот они у нас обжарились, очень красивые. Так, вот те, которые я считаю, что еще должны немножко полежать. Я их немножечко вот оставляю, чтобы они еще полежали, пообжаривались. Подкладываю другие баклажанчики к ним. Так, вот это готов. Как-то вилочкой сразу же прокалываешь и чувствуешь, что готовы баклажанчики или нет. Слюнки, конечно же, бегут. Очень аппетитно, вкусно. Я докладываю еще. И мы с вами таким способом обжариваем все баклажаны. Если в процессе приготовления у вас вдруг масло так вот исчезает, так же как у нас, это нормально. Они, баклажаны, очень любят масло, как я уже говорила. То, конечно же, можно понемножку небольшими порциями добавлять. Но не так, чтобы они там плавали, чтобы были слишком жирные. Совсем капельку я добавляю маслица, так, чтобы вот оно присутствовало. Не надо, пожалуйста, заливать баклажаны, чтобы они не были жирными. Баклажаны мы с вами обжарили, они у нас вот такие красивые. Возьмите себе на вооружение, что они обязательно должны быть толстенькими, не сухими, а вот такими нежными и мягкими. Мы сейчас должны их разложить по баночкам.
Баночки у нас стерильные, горячие, баклажаны горячие. Обязательно выкладываем их в таком виде. Я выкладываю слой баклажанов, выкладываю 2 столовых ложечки нашей заливки, так чтобы у нас было здесь все пустоты замещались, заменялись, чтобы не было никаких дырочек и воздуха. Теперь я выкладываю еще слой баклажанов. Стараюсь немножко как бы вилочкой чуть-чуть уплотнить, чтобы как можно меньше было воздуха. Плотно выкладываю. Так, второй раз заливаю заливкой. И еще выкладываю слой баклажанов. Так стараюсь вилочкой немножко их не давить, а как бы вот уплотняю, чтобы не было воздуха. Так рассказываю более подробно, чтобы у вас все-все получилось точно так же, как у нас, вкусно. И чтобы, не дай бог, наши банки, конечно же, не взорвались. Так, я закончила последнюю баночку, там у меня еще несколько баклажанов осталось. Но заливка наша закончилась. В принципе, мы их и так скушаем. И мы идем с вами к плите, чтобы стерилизовать наши баночки. Вот таким способом мы стерилизуем наши банки. Они у нас кипят 10 минут. Как только 10 минут прошло, мы их сразу же снимаем. Аккуратно выкладываю наши банки. Они у нас горячие, вот в таком виде мы их закрываем плотно, крышку приподнимаю немножко и сразу же ее закручиваю. Обязательно мы должны перевернуть баночку, накрыть ее в таком виде, они у нас должны остыть. Так, выкладываю следующую баночку. А затем хранить их нужно в прохладном месте, в холодильнике. Желательно, чтобы, конечно, они у нас приготовлены без уксуса в погребе или в холодильнике. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Такое вот у нас консервирование очень-очень полезное. Салат-закуска наша готов, и мы можем даже ее сейчас попробовать. Обязательно, ведь ее можно кушать сразу же. Этот плюс большой, мне очень нравится. Я думаю, мы эту банку съедим сейчас же. Обратите внимание, все у нас здесь плотненько, все хорошо набито. Это очень важно. Я же, конечно же, обязательно пробую. Ой, момент дегустации самый мой любимый. Я безумно очень люблю баклажаны. Мой муж очень-очень любит, просто и очень-очень вкусно. Я люблю такие рецепты, рецепты для начинающих хозяек. Если вы только-только начинаете заниматься консервированием, я считаю, что это находка для вас. Вы же не забывайте, ставьте нам лайки, пишите комментарии и, конечно же, подписывайтесь на наш канал «Найди свой рецепт».